Привет, подписчики, привет, зрители. Я очень давно хотел поговорить с вами о присяге. Есть такое понятие у нас в стране и не только. Хотел бы сказать, что в 2003 году первый раз я принимал присягу, когда служил в пограничных войсках. На тот момент уже было переименование, реструктуризация, так сказать, пограничных войск в Федеральную пограничную службу. То есть я пришел в 2003 году еще в пограничную службу, а в 2004 году на дембель уходил уже с Федеральной пограничной службы. Смотрите, есть две присяги. Есть присяга у нас, та, которую принимал я, Российской Федерации. И есть присяга воинов Советского Союза. Обратите внимание, какое разное количество букв в присяге. Насколько присягу сократили практически, а я вам скажу насколько, в 3,5-4 раза. Так вот, та присяга, которую принимал я, будучи в армии, военная присяга. Я, Гончаров Вячеслав Владимирович, торжественно присягаю Отечеству Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Все. И знаете, в последнее время я начал думать о том, кому и почему я присягал. Если изучить ту конституцию, которую приняли в 1994 году, убрали все основные важные законы, ссылки, да, по конституции, нормы, права, то на сегодняшний день вот этой присягой, которую давал я, которую дают сейчас молодые люди, по факту мы присягаем не народу, а Конституции, а точнее олигархам, которые эту Конституцию под себя создали, видоизменили, и поверьте мне, в ближайшее будущее они ее в дальнейшем изуродуют и превратят в то, что будет удобно им для того, чтобы таких простых людей, как мы с вами, держать у ногтя, чтобы мы с вами продолжали на кухне ворчать, как серые мыши, но при этом боялись выйти и вышибить всю эту шваблу, всю эту швобру, всю эту олигархическую мразь подальше с нашей Родины, как это произошло в 1917 году. Так вот, это по нашей присяге. А сейчас я буду присягать. Воинскую присягу принимать СССР. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. И если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. А теперь у меня основной вопрос тем людям, которые являются нашими предками, родителями в первую очередь и более старшее поколение. Когда произошел развал Советского Союза, когда пришли к власти олигархи и бандиты, вы, те люди, которые присягали на верность Отечеству, в том числе Путин, который принимал присягу, вы нарушили ее по Конституции Советского Союза, по Уголовному кодексу РСФСР, за это была смертная казнь. У меня вопрос, вы готовы пустить себе пулю в лоб, предатели,
сволочи и уроды. А теперь у меня вопрос ко всем бывшим офицерам, которые допустили нарушение священной присяги, которые позволили разрушить великую страну. Вас совесть не мучает после сделанного или не сделанного? Я знаю, что мы, дети ваши, внуки, никогда вам этого не простим. Мы живем сейчас в нищете. Я знаю, что если я не поднялся бы против олигархического строя, я бы себе этого сам никогда не простил. Мои дети, они будут знать, что я был за свою родину, за свой народ, никого никогда не боялся. Вы можете о себе это сказать? Или вы всего-навсего кухонные вояки, которые всего боятся? Сколько можно терпеть издевательства душегубов, олигархов и преступников? Где ваша честь? Есть ли она? Вы нарушили присягу. Позор вам всем. Позор тем, кто разрушил великую страну. Оружие достань. Медленно, двумя пальцами. Положи на пол. Хорошо вы все спланировали. Одновременный удар. Пни ногой в сторону. Ты знаешь, что будет, если выстрелишь высокопоставленного офицера? Да, он умрет. Только мы не говорим же об убийстве на самом деле. Меня просто выворачивает от того, что ты делаешь. Ты же присягу давал. Текст присяги повтори. Что за цирк? Текст присяги! Я, Медник Артур Васильевич, торжественно присягаю на верность своему отечеству, Российской Федерации. Ты в Российской Федерации присягу давал? Давай ту самую. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественно клянусь быть храбрым, честным, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну. Последний абзац. Давай. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. А теперь скажи, товарищ Медник, нарушил ты эту самую клятву? Слушай, ну... Отвечай. Нарушил. А что за это предусматривал советский закон? Говори, ни лучше, ни хуже ты уже не сделаешь. Расстрел.